бұрынғы бар ғой, жерді аударып кеткен жер бар ғой, сол жерде көсегі мысалы ода бір әр шанақта негізі 9 көсектен 14 көсекке дейін болады да, ал бұларда 3 көсек артық болады. Себебі главный хлопкороб Мақтааральского района Асанбай Тагаев новый метод посева хлопка уже называет чудодейственным. Нехитрое приготовление почвы и хлопок у фермера созревает намного быстрее, да и затраты снизились. А все дело в том, что после уборки весь урожай не снимают и сразу же рыхлят почву на глубину до 65 сантиметров. А весной перед посевом лишь хорошо поливают землю. При использовании нового метода корни уходят вглубь. Чем глубже корни, тем лучше для хлопка. В этом году хлопок решили выращивать около 40 хозяйств области. Крестьяне планируют собрать с каждого гектара не меньше 32 центнеров белого золота. 20 лет тракторы могли проникать только на 30-сантиметровую глубину. Потом это все затвердевало, а во время полива вся соль собиралась у корней. А весной эта соль испаряется и наносит вред хлопку. Благодаря новому методу посева хлопка процесс разрыхления проходит на должном уровне. Новым технологиям теперь будут обучать все южноказахстанские хозяйства. Что мы получаем от нового метода? С экономической точки зрения копать земли в районах обходится 9-11 миллионов тенге на каждый гектар, а при новом методе 2,5 миллиона за гектар. Благодаря новому методу мы экономим 7-8 миллионов тенге, а весной обработка земли обойдется в 5 миллионов тенге. А при новом методе этого делать не нужно. Снова экономим. На сегодняшний день в Мақтааральском районе на 95 тысячах гектарах засеян хлопок. Руководство района планирует обучить всех крестьян новому методу. Только так мы поднимем показатели в этой сфере, которые за последние 10 лет существенно снизились, говорят в акимате района.